Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». Сегодня расскажу про детское автокресло Nuovita Maxione N23i1. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, пишите комментарии и ставьте лайки. Каркас из ударопрочного пластика с стальными элементами закрыт мягкой обивкой из поролона. Съемный подстаканник удобен при длительных поездках. Крепление для него предусмотрено слева и справа. Съемный чехол изготовлен из высококачественного нейлона, устойчивого к нагрузкам. Он легко отстирывается в теплой воде, поэтому автокресло легко поддерживать в чистоте весь период эксплуатации. Используется мягкий и эластичный материал, который позволяет избежать ломкости при нештатных ситуациях. Ткань разработана с использованием инновационных технологий, имеет микропористую влаговпитывающую структуру и терморегуляцию, что обеспечивает максимальный комфорт вашему ребенку при длительных поездках в жаркую погоду. Детское автокресло предназначено для детей от 3,5 до 12 лет, весом от 15 до 36 кг. Это удерживающее устройство универсального типа охватывает две возрастные группы 2-3 и может трансформироваться в бустер. Крепление на скобы Isofix гарантирует отсутствие ошибок при установке и в комплексе со штатным ремнем безопасности обеспечивает высокую степень защиты. Эргономичная конструкция и высококачественные материалы – залог того, что ребенку будет комфортно во время поездки. Безопасность. Детское автокресло изготовлено в соответствии с Европейским стандартом безопасности ECE R4404. Тестирование модели, включая краш-тест, выполнено Министерством транспорта Чешской Республики, индивидуальный номер испытаний E844R0417-8958-03. Для установки используется система Isofix, благодаря которой автокресло практически не сдвигается в экстремальной ситуации, позволяя штатным ремням безопасности эффективно удерживать ребенка. Применение Isofix – гарантия того, что это детское автокресло невозможно поставить неправильно. Голову надежно защищает массивный подголовник. Имеется возможность отрегулировать его высоту в соответствии с ростом маленького пассажира. Монтаж кресла занимает минимум времени, поскольку применяется система Isofix. О том, что установка выполнена корректно, подсказывает специальный индикатор, предусмотренный в конструкции, который меняет цвет на зеленый. Детское автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля и использует трехточечный штатный ремень. Комфорт. Это детское автокресло рассчитано на вес до 36 кг. Оно адаптируется по мере роста ребенка. Диапазон регулировки высоты подголовника составляет 20 см. В конструкции кресла предусмотрена трансформация в бустер. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Неудобно застегнуть ремень безопасности. Тканевый материал на троечку. Сложно отсоединяется Isofix. Теперь перейдем к положительным. Зимой без проблем в зимней одежде сидеть. Все чехлы снимаются, удобно будет стирать. Полипропиленовые вставки мягкие. Удобное кресло, легкое. Очень быстро устанавливается. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».